У нас в отеле состоялось очередное занятие в школе столярного ремесла. Среди учеников самые верные студенты Пятигорского государственного университета. Среди преподавателей опытные наши артельщики, мастера своего дела. На сегодняшнем занятии ребята изготовили не только традиционные для уроков вещи, но и разработанную новую конфетницу-фруктовницу. По окончании занятий были вручены сертификаты с указанием посещенных занятий. В этот раз занятие наконец-то сопровождалось хорошей погодой, что означало приятную концовку в виде традиционного русского чаепития, или как сегодня модно говорить, кофе-брейка. И с единственным отличием, что в этот раз во главе чаепития кофе-брейка стоял самовар. Кстати, функциональных изготовленных предметов была опробована сразу и довольно успешно. Ждем вас на новых занятиях школы.